Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu? Ben de Igor, Dolmaçan, bizim tercüman. Moldova Büyükelçisi'ni Adana'da ağırlamaktan dolayı mutlu şeref verdiniz. Она доставила особый честь встретить вас здесь, в нашем отделе, в администрации города Адана. Мы рады приехать сюда. Мы взяли в алфавитном порядке региона. Объясню почему. Два момента есть. Первый момент связан с новым этапом наших взаимоотношений. Bizim yeni kurulan karşılıklı münasebetlerimizin diğeri birinci sırası o. С 1 ноября вступил в силу 1 Kasım'dan itibaren соглашение о свободной торговле между Турцией и Турцией. Если взять во внимание и раньше то, что между нами уже не существует режима визит. Визовый режим? Да. Это очень благоприятные условия. Да. Bizim devletler arasında vize режим olmadığı için de çok güzel şeyler yapıyor. Для Молдовы очень важный партнер Турция. Türkiye'nin partneri, iş ortağıdır. У нас большой исторический опыт совместный. Çok kadim tarihi işbirliğimiz var, tarihe karşı. Ну, сейчас я уверен, что вот этот благоприятный экономический режим будет способствовать развитию. Второй момент, это у нас есть кандидат на позицию почетного консула в Республике Молдова. У нас посольство не очень большое. Персонал, дипломатический. И поэтому для нас очень важно иметь в каждом из регионов хороших представителей. Потенциал большой, опыт турецкий для нас очень важен. Страна ваша, которая... Ülkesine inanmış, onu çok seven bir дипломатын heyecanı var. Вот, вы... Я вижу, как переживаете свою страну. Это очень удачный выбор ваш, как посол. В смысле, из Молдавы вас назначили. Bu inşallah Moldova için büyük kazanç. Это очень хороший выгода для Молдавии. Ama böyle kardeşim, heyecanlı bir дипломатın Türkiye'de olması iki ülke arasında bizim için de bir kazanç. И находиться на этом посту между Турцией и Молдавией, такой тревожный человек, как вы, который за все волнуетесь, и для нас тоже выгода, очень удобно. Иншаллах, сами Юкиачимызы, Юкиедеки Гюрэви Дюнаминде. Уважаемый посол, за время его деятельности в Турции, и я уверен, что наши отношения неоднократно будут увеличиваться в объеме. Türkiye tarımsal alanda çok kabiliyetli bir ülke. Турция в области сельского хозяйства очень развит, о чем вы уже говорили. Balkanlardan Ukrayna'ya kadar olan toprakların verimliliği Allah'ın bir lütfu, biz biliyoruz bunu. Да, мы знаем, что эти территории, начиная с Балканов до Украины, это очень благополучные земли, это Божий дар. Atalarımızın hep ilgisini cezbetmiş, onun için oralara gitmişler. Вот наш отцов тоже привлекли это внимание, потому посетили наши предки эти регионы. Tabii ki şu anda естественно, в данный момент işbirliği yaparak, наша совместная деятельность, которую hem намечает, Moldova'ya katı koymak isteriz. Мы хотели, чтобы это было выгодно для Молдавии. Bu arada işbirliğimizi geliştirmek isteriz. И заодно расширить наши сферы деятельности. Sayın Büyükelçimiz kendisi bu konuda aracılık ederlerse buradan tarımsal alanda orada hem toprak işleme сам будет лично повлиять на ситуацию, чтобы взять сотрудников, tarım aleti ekipmanlarını oraya ulaştırmak konusunda с помощью вашей доставить туда сотрудников, также технику. Yardımcı olmak isteriz. И ваша поддержка здесь очень кстати. Adana'nın çiftçileri toprağı çok iyi işlerler.
сельхозработник Адана очень охотно работает в землеобрабатывании. Они точно так же уделяют к земле внимание, как мать своему младенцу. Ama tarım alet ve ekipmanlarında da dünya standartlarında ürün üretim yaparlar. И мы также производим сельхозоборудование на уровне мирового стандарта. Bu şekilde Adana'dan direkt oraya yatırımcılar götürebiliriz. Вот в таком виде мы можем именно так вести туда специалистов и техник соответствующих. Mesela benim ailem hala tarımsal üretim yapıyor. Например, моя семья до сих пор занята сельским хозяйством. Производят продукцию. Benim babam köyde çiftliğimizde yaşıyor annem babam. Мои родители, в том числе отец с матерью, в смысле, тоже живут в деревне, занимаются этой же деятельностью. 400 büyükbaş hayvan besliyorlar. У нас 400 крупнорогатых скотов. Голов крупнорогатых. 400 büyükbaş hayvan besliyorlar, koyunlar besliyorlar. Овечку у нас также есть. Мысыр экiyorlar. Кукурузу выращивают. Pamuk ekiyorlar. Также хлопок выращивают. Портакал, мандалин ve limon yetiştiriyorlar. Мандарины и прочие цитрусовые фрукты. Tabii o bölgenin de kendine has özellikleri vardır. Bu bölgeden oraya. İşte tek regionun тоже без своих свойств. Oralar serin, sert çekirdekli meyvelerle. Так как у вас там попрохладнее, чем здесь. Tecrübemizi aktarabiliriz. Соответствующие вот фрукты, обмен опытом будет очень взаимовыгодно. Прекрасно. Adana'dan bunları aktarabiliriz. Мы можем вот это все перенести из Адана. Ama, но в самом деле, iki ülkenin birbirine yaklaşması için işbirliği ve ticaret şart. Как вы уже сказали, приближение двух государств надо сблизить эти отношения экономические. Вот эти сельхоз там, в том числе. Ben siyasetçiyim. İnsanları kolay tanırım. Я людей очень легко определяю. Büyükelçi, Moldova büyükelçisi bizim Türkiye'nin insanlarına benziyor. Посол молдавский очень похож на турецкий люди. Çok iş yapar inşallah Türkiye ile büyükelçisi. Он сможет справиться, сделает очень много работы в этом направлении. Teşekkürler. Sadece beraber. Beraber yaparız inşallah. Народный халк Молдова. Народный культурный сделал. Здесь написано, его автор, это кто нам сделал. Буду я пара дам, надо буду я. Я хотел бы, чтобы у вас было. Это, как это, аист, аист. Это аист. Kartal değil. Hayır, stasyon tereddütü. Durna, durna. Durna. Adınızı isminize yazılır. Çok teşekkürler. Biz de kilim aynı halı yapıyoruz. Aynı resim farklı. Biz de oraya geldiğimizde sizin yerden yalnız. Çok teşekkürler. Sizin kuş gibi bu da bize yol gösteren, Türkleri yeniden girdiğinden boğazlardan çıkaran naş putivoditel mitimiz. Türk mitolojik sembolü.